Внедрение современных технологий и онлайн-обучение. На первом в новом учебном году уроки цифры. Об этом с семиклассниками 37-й школы говорил заместитель министра образования области. Александр Сатин продемонстрировал специальную платформу. С ее помощью в игровой форме можно усваивать новые темы и восстанавливать пробелы в уже полученных знаниях. Для этой цели на онлайн-платформе «Урок цифры» загружены видеолекции, игры и чат-боты. Сегодня ребята отвечали, что им гораздо интереснее выполнять домашнее задание, если оно задано на компьютере. Мы нисколько не считаем, что ребенок должен утратить навык письма, но именно с точки освоения материала, вовлеченности, компьютер влечет детей гораздо больше, чем тетрадка и ручка. Ну, к сожалению, прогресс не остановить. Поэтому интерактивные доски, электронные дневники и видеокурсы уже стали частью образовательного процесса. Такие нововведения позволяют не только усваивать материал, но и дают доступ к обучению тем, кто не имеет такой возможности. Например, на платформе «Урок цифры» подготовили сервис для защищенных дистанционных лекций. А в будущем в онлайн-сервис планируют интегрировать искусственный интеллект, который сможет анализировать оценки в онлайн-дневнике и давать рекомендации.